Здравствуйте. Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской республике. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Более 5 миллиардов рублей. План дорожных работ и бюджет обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства Чувашии. Недетские изобретения в детском технопарке. Чебоксарский кванториум открывает двери для любознательных ребят. Глава Чувашии прокомментировал распространяемые в средствах массовой информации публикации о непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Михаил Игнатьев напомнил, что за последние 3 года на модернизацию противопожарной и поисково-спасательных служб было выделено более 300 миллионов рублей. В вопросах обеспечения безопасности республика входит в десятку лучших субъектов по стране. За 5 лет на территории республики не только не допущены ни одной крупномасштабной чрезвычайной ситуации, но и снизили сами риски их возникновения. Отдельные высказывания медиа появляются, что мы пожарные машины вручали за счет приобретения федеральных средств и так далее. Это не совсем корректно, по сути дела. Приобретали мы ежегодно пожарные автомашины и спецавтомобили за счет консолидированного бюджета Чувашской республики. И будем это делать. Приобретено 18 автоцистерн, 3 автоцистерны лестницы на базе КАМАЗ и Урал и 69 единиц специальной техники для лесопожарной службы. Кроме того, еще 33 спецавтомобиля сняты с боевого дежурства и переданы добровольным пожарным командам в сельских районах. Это на уровне сельского поселения. За счет инициативного бюджетирования мы оснащаем, благоустраиваем сами пожарные депо. Благодарен нашим жителям, селянам. Мощная поддержка оказывается пожарным, потому что все мы знаем, насколько опасна и ответственна их работа. Я преисполнен глубочайшего уважения к этим мужественным людям и их труду. Вот уважительно относился к спасателям и пожарным и буду относиться. Когда в 2010 году были на пожаротушении, мы ели и тушенку с кашей вместе, соответственно, во время пожаротушения. Многих я лично знаю, потому что работая первым заместителем председателя кабинета министров, министром сельского хозяйства, заместителем председателя кабинета министров, министром сельского хозяйства, возглавлял комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций 8,5 лет практически. И за эти годы у нас практически человеческие, дружеские отношения с этими командами сложились. Поэтому отвергаю все домыслы, слухи, сплетни и откровенную ложь о каком-либо моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС. Конструктивное взаимодействие специалистов профильных ведомств приносит свои результаты. Благодаря всем этим действиям у нас стабильная обстановка в республике по динамике количества пожаров, и нам удалось снизить количество погибших. На территории Чувашской республики также активно работают средства массовой информации, волонтеры, добровольцы по профилактике пожаров, по профилактике безопасности на водных объектах. И все это дает нам достичь положительных результатов. Так, в области обеспечения пожарной безопасности по итогам 2019 года мы лучшие при Приволжском федеральном округе, и мы в пятерке лучших также в Российской Федерации. Но в то же время хотелось бы, чтобы на достигнутом останавливаться нельзя, двигаться надо дальше. По оснащению техникой эта работа будет продолжена, но в то же время я хочу обратиться всем нашим жителям, потому что зачастую наша безопасность зависит от нас. В основном гибель людей на пожарах на воде – это человеческий фактор. Хотелось бы, чтобы мы активно включились сами на сохранение жизни своей, окружающих. Чувашская республика в числе 5 регионов проводит оптимальную работу по обеспечению безопасности лесов от пожаров. Обеспечение противопожарной техникой в Чувашской республике в 2018-2019 годах было направлено более 110 миллионов рублей. Это где-то 9 противопожарных машин, 23 лесопожарных комплекса, ну и другая техника, которая должна обеспечить было необходимое количество и для обеспечения нормального проведения
проведения подготовки лесопожарной техники к пожарному периоду. На 2020 год дополнительно будет выделяться где-то 27,5 миллионов рублей еще на дополнительное оснащение. В этом году в Дорожный фонд республики будет заложено более 5 миллиардов рублей. Сегодня в Министерстве транспорта Чувашии представили план работ. Ведомстве сообщают, что уже до конца февраля намерены заключить контракты с подрядчиками. Подробности у Дмитрия Ковалева. Как и в прошлом году, перед дорожниками республики стоят масштабные задачи. В 2020-м предстоит отремонтировать более 60 километров. По 37 объектов ряд идут конкурсные процедуры, а по ряду идет разработка технической документации на аукцион. Остаток Дорожного фонда Чувашской республики на 31 декабря 2019 года составил 433 миллиона рублей всего лишь. Сложившиеся из средств федерального бюджета в сумме 212 миллионов рублей. Это по капитальному ремонту Шихозана Калина 142 и строительство реконструкции автодорог в рамках ОРСТ 1 миллион – это экономия. До конца этого года должна быть завершена реконструкция дороги по проспекту Ивана Яковлева, а также ремонт моста через реку Сура. Это один из проблемных объектов. Чтобы сократить нагрузку на ветхие опоры для автомобилистов, сейчас действует особый режим. Водители передвигаются только по одной полосе, что создает определенные трудности и вызывает недовольство. У нас сейчас идет согласование окончательно МКАД с муниципалитетами на этой неделе. Понимаю, мы защитим свое автодорожье, и вот эту работу необходимо будет развернуть. И еще большое направление, которое тоже в ближайшее время стартует, это строительство и реконструкция мостовых сооружений. На сегодня здесь необходимо совместно с муниципалитетами вести проектирование, чтобы можно было уже с текущего года финансировать данное направление. Не допускать сбоев в работе. Михаил Игнатьев отметил, что подрядчикам, с которыми уже заключили контракты, необходимо начать подготовку к работе. Подрядчики должны начинать завозить инертные материалы, чтобы в летний период времени не было у нас удорожания. Это у нас щебень дорожает там на 20-25%. Нефтебитумные все те продукты тоже дорожают. И с этой точки зрения вот сейчас как раз надо, пока зимний период и весенний период они дешевле, провести эту организационную работу. Обсудили на совещании и инфляцию. В 2019-м этот показатель достиг отметки 102%. Зафиксировано максимальное снижение цен на овощи и мясо. По индексу потребительских цен на товары и услуги Чувашская республика среди регионов Приволжского федерального округа занимает второе место. Самый низкий индекс отмечен в республике Мордовия – 101,98%. И самый высокий в Пермском крае – 103,5%. Также необходимо отметить, что Чувашская республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе в рейтинге по минимальному индексу потребительских цен на продовольственные товары. Глава республики поручил мониторить цены на продукты, поставляемые в детские сады, школы и больницы. Чтобы питание в общеобразовательных школах, в детских садах не ухудшило, в поликлиниках, в больницах, где в учреждениях социальной сферы. Вот наша задача – организовать всю эту работу, и всем было благоприятно в этой конкурентной среде. Потребители, отметил Михаил Игнатьев, должны знать, где продукты питания стоят дешевле. Максимально доводите информацию, соответственно, где какие цены, хотя интернет есть, люди пользуются, эффективно пользуются. У вас Минсельхоз, органы местного самоуправления, по крайней мере, малообеспеченные семьи, малоимущие семьи, наши дорогие ветераны могли владеть, знать, которые смотрят цены и не... И по прогнозам экономистов, уровень инфляции в регионе в этом году не должен превысить отметку в 3%. Дмитрий Ковалев и Бахтияр Велиев, Республика. 28 января в 12 часов в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится оглашение ежегодного послания главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному совету Республики. Церемония будет транслироваться на национальном телевидении Чувашии, на национальном радио и Таван радио, на официальном сайте телерадиокомпании. «27 января 1944 года – знаковая дата в истории Великой Отечественной войны. В этот день Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. В Чебоксарской школе номер 54 этой теме посвятили очередной урок победы».
Уроки Победы – одна из возможностей рассказать школьникам о Великой Отечественной войне. Темой урока сегодня стало освобождение города Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Неотъемлемой частью таких уроков являются истории от первого лица. Отец Натальи Фадеевой, Николай Михайлович Прокофьев, уроженец Порецкого района, в 1939 году уехал работать в Ленинград. Все 900 дней блокады провел, защищая город. В нем же встретил Великую Победу. Своим детям он много рассказывал о том, как пережили ленинградцы эти годы. В 1942 году на Ладожском озере, это была единственная дорога, он оказался в беде. Льдина оторвалась, и он на ней находился трое суток без еды. Потом начал подавать сигналы, что он живой, и его кто-то заметил. Подослали ученых собак. Собаки подогнали эту льдину к берегу. И так он остался в живых. У Бориса Долгова три прадеда, участники войны. Борис этим очень гордится. Это пример для нас мужества, героизма, стойкости, отваги, готовности сражаться за свою родину. Школьники и сами пишут историю. Точнее, навеки сохраняют в истории героические подвиги своих дедов, прадедов, земляков. Вот уже 15 лет в школе ведется солдатская летопись. Ну, на мой взгляд, это вообще история каждой семьи. У нас нет семьи, в которой бы не было своей истории, связанной с Великой Отечественной войной. Мы своим детям уже передаем. Раньше нам передавали уже сами участники боевых действий, ветераны. И то, что вот сейчас вот у нас у детей есть возможность, еще хоть какая-то возможность пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны, это, наверное, очень ценно. В уроках Победы уже приняли участие более 50 тысяч школьников нашего города. Кроме того, для школьников проводят кинолектории, фильмы о Великой Отечественной войне. А в рамках проекта «Живые уроки» – экскурсии на предприятия, которые создавались и работали во время войны. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика. Конец января и весь февраль наполнен спортивными соревнованиями и военно-патриотическими акциями. В преддверии Дня защитника Отечества молодое поколение вспоминает о войне. За этот месяц школьники еще не раз вспомнят о войне, напишут доклады, но главное – задумаются, какой ценой доставалось мирное небо. Победы к школьникам придут герои Советского Союза и России, воины-афганцы и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. В этом году все события проходят под знаком 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 27 миллионов жителей Российской Федерации погибли во время Великой Отечественной войны. Я прошу вас, уважаемые участники, помните подвиг ваших дедов, прадедов. Школьники станут главными действующими лицами военно-патриотических реконструкций, военизированных эстафет и спартакиад. В республике пройдут митинги у памятников погибшим воинам. В целом в городах-районах состоятся более 7 тысяч военно-патриотических событий. Завершится месяц патриотической работы балом юных патриотов «Вальс Победы». Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Республика. Более 800 тонн продовольственного и 350 тонн семенного картофеля, не менее 1000 тонн пшеницы и 500 тонн лука-сивка. Чувашия наращивает темпы экспорта сельхозпродукции. Казахстан, Беларусь, Польша, Латвия и другие государства ближнего зарубежья с большим желанием сотрудничают с нашими сельхозпроизводителями. Как местные аграрии обеспечивают повышенный спрос, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Его производство считается одним из самых трудоемких. Здесь важно соблюдать технологии на каждом этапе, чтобы не потерять весь урожай. Более 60 лет выращивания этого овоща специализируется хозяйство Яльчикского и Батыревского районов. Общий тонна 736 тонн мы
выращивали. Из них мы продавали вот 93 тонны за границу. В этом году мы вот контракт заключили Молдовой пока 150 тонн. С Республикой Молдова у чувашских сельхозпроизводителей взаимовыгодное партнерство. Оттуда поставляют посевной материал, а у нас выращивают. Контроль за качеством особый. Ну, при экспорте сельскохозяйственной продукции, которая отгружается на экспорт, то есть за пределы Российской Федерации, во-первых, государственный инспектор выезжает на место производства сельскохозяйственной продукции, то есть досматривает всю подкарантинную продукцию растительного происхождения, осматривает условия хранения, в каком складском помещении находится, вот в частности, лук, севок. Ежегодно специалисты проверяют до 4000 тонн, отделяя некондиционный материал. Но и тот пойдет в дело для выгонки зелени пера. После того, как перебрали, мы отдельно их взвешиваем. Взвешиваем те, которые прошли через 15 мм отверстия, те, которые не прошли. Чтобы выйти на новый уровень поставок лука севка, нужно получить сертификат соответствия. Этого требуют покупатели. Когда приобретаются семена, обязательно нужно семена приобрести с сертификатом качества. То есть должен быть сертификат соответствия, точнее, там, где написано все, то есть сортовые характеристики этого лука, ну и в наличии вредителей, возбудителей вредителей, болезней. Развитие экспорта стало частью национального проекта. Меры государственной поддержки должны стать дополнительным стимулом для аграриев. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. Будущих механизаторов и агрономов готовят со школьной скамьи. В Чувашской сельхозакадемии прошло тестирование учащихся агроклассов республики. Старшеклассники из 14 районов сдали экзамены по профильным предметам. Об этом Рифат Фаткулин. На занятиях агрокласса ученики изучают породы коров и лошадей, виды почв и растений. Полученные знания преподаватели проверяют контрольными работами. Однако сегодня у ребят необычное тестирование. Старшеклассники, без пяти минут абитуриенты, сдают своего рода пробный единый госэкзамен. Результаты радуют всех. Оценки только хорошо и отлично. За последние два года мой уровень математики поднялся, значительно вырос. Также, кроме того, постоянные экскурсии, знакомление с различными профессиями, то есть ознакомление с самим университетом, академией, позволяет поступающему выпускнику легче определиться с выбором и быстрее освоиться на новом месте. Вызвать у молодежи интерес к профессиям агронома, технолога, ветеринара – главная цель проекта. Село станет привлекательным, если будет успешно работать и современно выглядеть. Для всего Батырского района он очень нужный проект, потому что район у нас развивающийся, нужны молодые специалисты в отрасли сельского хозяйства. Те, которые обучились в наших агроклассах, уже учатся в сельхозакадемии. Они выбрали профессию, закончат, приедут помогать. Проект стартовал в 2016 году. Тогда агроклассы открылись в 4 районах Чувашии – Красноармейском, Чебоксарском, Цивильском, Батыревском. Уже через год специализированные классы естественно-научного и инженерного направлений были сформированы во всех муниципалитетах республики. И, как показывает практика, эксперимент оказался успешным. Первое, с чем, какая задача была поставлена, это чтобы преподаватели академии выезжали в сельские школы, работали с ребятами, помогли им преодолеть барьер перед сдачей ЕГЭ. Анализ за те выпуски, которые у нас уже были, у нас было 3 выпуска агроклассников, показал, что действительно увеличилось в разы количество ребят, которые сдают профильную математику, физику, подают заявления в вузы республики и уверенно эти конкурсы проходят. Вот по итогам этого года средний балл ЕГЭ наших агроклассников составил уже 64. Это очень высокий балл. Таким школьникам будет легче поступить в сельскохозяйственные колледжи, техникумы, вузы. К тому же молодых специалистов ждут в родных районах уже в качестве квалифицированных работников. Рифат Фаткулин, Валерия Дружинец, Игорь Зверев, Республика. В день своего 3-летия Кванториум открыл двери для всех желающих. Чему учат в детском технопарке и как там проходят занятия, Юлия Важенина. Привет! Привет!
Как работает квадрокоптер, есть ли в меду мел и как заставить робота передвигать предметы? Ученики детского технопарка «Кванториум» точно знают ответы на все эти вопросы. Здесь по 9 направлениям занимается более 1200 детей. Ребята получают здесь необходимые компетенции, знания для того, чтобы шагнуть во взрослую жизнь. Они уже понимают, как надо начинать свой проект, откуда брать финансирование. Здесь царит такая атмосфера, которая позволяет вытащить ребенка из-за его гаджета, из-за, не знаю, смартфона, компьютера и привести в команду. Здесь они разрабатывают очень интересные какие-то идеи, собственные наработки. Ученики 10 класса Влад и Иван разрабатывают макет интеллектуальной системы электроснабжения «Микрогрид». Они работают в команде уже более 8 месяцев. В рамках этого макета мы хотим показать, как можно выгодно пользоваться вырабатываемой энергией возобновляемых источников энергии. Сейчас мы делаем пока лишь только макет, чтобы показать людям, которые заинтересованы в этой теме, свои новые мысли на этот счет, и чтобы потом отойти от макета и уже реализовывать это непосредственно там, вот, на реальных домах, на реальных каких-то поселках, вот, жилых пунктов. Артур Акимов в технопарке изучает жизнь и повадки улиток. Вот уже 2 года он посещает направление биоквантум. Мы много где пробовали ходить в музыкальную школу, ходили в спортивные кружки, но раскрываются, скажем так, таланты Артура именно здесь, в этом технопарке. Интерес к биологии у Артура с детства. Раньше, выходя на улицу, он первым делом искал в траве различных насекомых. Дома у мальчика живет ящерица, и он сам выращивает для нее корм. Я выращиваю сверчков для нее. Я купил колонию сверчков, покормил, они отложили яйца и вылупилась новая партия. Они растут в течение 2-3 месяцев, и я их скармливаю заново. Целый день для всех желающих в кванториуме проходили экскурсии по лабораториям, мастер-классы. Гости вместе с учениками могли поучаствовать в научно-интерактивном квесте и турнире по мотивам игры «Что, где, когда». Возможно, теперь количество учеников технопарка увеличится. Юлия Важенина, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Завтра, 28 января, определится победитель республиканских игр по хоккею «Золотая шайба». За призовые места в старшей группе будут бороться команды Яльчикского, Комсомольского, Батыревского и Чебоксарского районов. Игры пройдут в Ледовом дворце «Чебоксара-арена», начало в 10 утра. Победитель представит Чувашскую республику на всероссийских соревнованиях среди сельских команд в городе Салават, Республике Башкортостан. Таковы главные новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До завтра. We'll be right back.